Приветствую вас, прошу прощения, если мой ответ вам не понравится, или если вы услышите для себя что-то неприятное. Я не хотел ни в коем случае вас как-то задеть или обидеть, вот, но тем не менее я вынужден сказать, как есть, да, потому что в противном случае вы можете просто напросто пребывать в неведении относительно того, что происходит. Значит, смотрите, вот вы спрашиваете, да, вы спрашиваете, что означает, что означает. Ну, вот то, что мужчина ведет себя определенным образом. Означает это в первую очередь то, что вы не можете выстраивать отношения с мужчинами, к сожалению. Ну, неадекватные, может быть, а соразмерные и своевременные. Означает это также то, что вы не чувствуете, когда отношение другого человека к вам меняется. То есть у вас нет вот этого чувство, когда человек начинает по-другому вас как-то, ну, воспринимать, вот. Нет у вас такого ощущения, к сожалению, вот. И это на самом деле, вот, это на самом деле, серьезно. Это очень-очень серьезно. То есть либо вы выстраиваете отношения с мужчинами не совсем честно, не совсем искренне, вот. Либо вы ориентируетесь в этих отношениях на себя больше, а не на него. Либо вы чересчур упрощаете отношения с мужчинами, но тем не менее вы что-то в этих отношениях делаете не так. Почему? Да потому что друг, мужчина, никогда не стал бы трогать ваше колено. Друг, мужчина, друзья, мужчины не трогают колено своих друзей, женщин. Ну, за исключением тех случаев, когда это как-то вот, знаете, ну, органично вписывается в, скажем так, ну, в его поведение, в поведение мужчины, да, то есть, ну, когда для него вести себя так нормально, когда он так со всеми делает, то для него это ничего не значит. Вот. Пока, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод только то, что для него это очень даже много чего значит. Более, что он не выпускает ее из рук и так далее, и так далее, и так далее. Это значит, что мужчина уже не хочет быть вашим другом. А вы этого не заметили. Вот и все. Понимаете? Так что это вопрос к тому, это вопрос о том, точнее, не к тому, а о том, что вы делаете целью ваших отношений.
целью или центром, вот. Как угодно это можете называть. Вот, это, мне кажется, очень важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.